Вот, а я тут перед музыкальным стримом, друзья, затеял. Мне надо сделать затвор, потому что у нас вот эта вот финтифлюшка, вот эта вот наивная, она уже задолбала. Она нифига не работает толком. Дверь открывается от ветра, забор расширяется от жары. Металл там зимой расширяется, летом сужается. В общем, нужен нормальный затвор, который бы нормально закрывал калитку от ветра. В общем, я буду этим заниматься, друзья. Так, одну железку я уже приварил. Ну, у тебя всегда WhatsApp включен? Так, ну что ж, здесь только подшлифовать и потом вторую планку заварить. Вот, друзья, разломалась у меня новая каска с этим дисплеем. Я ее покупал в прошлом году. Варил в ней 2-3 раза. И, короче, здесь крепление вот этой самой хрени сделано на пластмассовых закрутках. Представляете, чтобы прикрепить каску, надо пластмассовая закрутка, она просто тупо отломалась. Она заклепана, ничего здесь, собственно говоря, не сделать. Вот такая херня. Делают как для детей, ей-богу. Ну все, друзья, после музыкального стрима я сделал здесь задвижку, потом это уберу, сделаю ручку сквозную, а здесь задвижечка. Все прочно и хорошо. Наконец-то у нас будет задвижка двойная сквозная с той стороны и с этой. То есть вы поняли, да, что это не просто задвижка, но еще и с этой стороны она задвижка. А то дверь вечно распахивается. Когда непогода, дверь, ветер дует, а закрывать на замок не надо. И вот она вечно. Сейчас уже нет. Сейчас будет нормально. А, доброе утро, друзья. 9 мая, воскресенье. А, вчера было где-то около 26 градусов, а сегодня уже где-то 9 градусов тепла. Холодно, прохладно даже, я бы сказал. Ну, калитка моя работает исправно. Вот эту ручку надо, да, ручку купить, чтобы, ой, вот это вот набалдашник мне сказали надо приклеить. Ну когда она это, надо будет обезжирить и заклеить на какой-нибудь герметик, а то ветром постоянно открывала калитку. Ветер напрет на забор, а ворота раздвигаются, жало маленькое, короткое, и калитка хлоп и открывается сама по себе. И это так надоело уже. А когда она открывается сама по себе, то, соответственно, все кошки, коты, собаки уже здесь, уже жрут то, что положено нашим котам. Вот такая вот история. С праздником вас, друзья! С праздником Победы, 9 мая, памятной датой, победой, победы русского народа над фашистской Германией. Подземелье, подземелье я пошел, чтобы найти здесь, друзья, здесь такие лампочки, еле-еле, душа в теле. Мне надо взять бутылочку вина. Так, почему-то пустая одна. Ладно, вот эту пыльную возьмем, бутылочку вина. Это моим друзьям. Они сейчас в Ейске. Да, такой вот благородный цвет вина. Так, друзья, съездил, я уже купил все. Продукты на сегодня. День поганый, холодный. И вот сейчас вот разбираю вот эту хрень. Мне надо ручку отсюда вытащить, чтобы она здесь не была. Сейчас буду распиливать все это дело. Так, вроде получилось. Сейчас будем ручку вставлять. Ну все. Наконец-то. Вроде мелочная работа заменить ручку. Но, блин, пришлось долго возюкаться. Так, здесь замок, а здесь у нас щеколда. Вот так, теперь дверь
когда просто калитку закрываешь, не будет распахиваться. Холодно, ветер холодный. Нет у нас мая. Пару дней только было теплых. Доброе утро, друзья. 10 мая. Холодно. Сегодня было 8 градусов тепла. Небо, оно и синее бывает, и тучки, и солнце, если вылезает, то в любом случае греет не очень активно, потому что холодно просто. Потому что холодно. Ветер сильный, боковой оттуда. Я даже мотик перетащил сюда. Буду все равно его доделывать, потому что здесь есть причина, что он не заводится именно холодный. Думаю, что это электроклапан. То он вообще не заводился, там шланчик был порван. Поэтому, возможно, я попробую поменять электроклапан. Не знаю еще. Мне это достало. Как только куда-то выезжать, надо очень долго заводить. Завтра тоже холодный день. Тоже не подарок. Я вообще посмотрел на ближайшую неделю. Только с четверга следующей недели, а сегодня... Так, понедельник... 10 мая, не помню точно. Вот, поэтому еще надо ждать полторы недели, чтобы температура увеличилась больше 20. 21-22 градуса отдается прогноз. То есть май месяц сейчас, как на Дальнем Востоке. Вот такой же холодный. В общем, накаркали. Вот у японцев карбюраторы намного круче. Они очень точны и в настройках просты. У китайца этот карбюратор с этим вот пневматическим клапаном, там это просто жуть какая-то. Такая порнография, честно говоря. Придется его разбирать, чистить. Итак, карбюратор на столе. И мы немножко сделаем ему профилактику. Итак, друзья, я обещал показать, где Надя сдает свои комнаты. Вот, вот ее дом, и вход от центрального вот сюда будет, в эту башню. Итак, заходим. Так, открываем дверь. Здесь у нас вот такой вот проход. И сразу идут комнаты. Для вот этих номеров? Я туда временно отключал камеру. Значит, у нас номера находятся по бокам вот этого коридора. Это три номера. Три номера. А это общая кухня. Да, это общая для них кухня. Так, что там у нас в кухне все есть. Посуда, кастрюльку еще поставлю. Здесь, по-моему, сушечка, да. Ага. Вода холодная. Холодная. Вода только холодная. Ну, в дальнейшем, может, мы сделаем горячую. Все, канализация, вода, плитка. Плитка. Электро. Можно готовить. Ну, если надо будет, можно вторую плитку поставить. Хорошо. Хорошо. Так, номеров. Номеров, значит, это первый номер там. Так, вот он, этот номер. Он на сколько человек получается? На 4 человека. Вот представьте себе, какой огромный номер, друзья. Это сколько квадратов здесь в этой комнате? 42 квадрата. Вот эта комната... А нет, прости, здесь 38, в белой 42 будет. Вот это 38? Да, 38. Это 38 квадратов, друзья. И стоит этот номер? 1500. 1500. Смотрите, окна в сад. Вот. Микроволновка, холодильник. Туалет. Да, кровати, прикроватные тумбочки. Тут еще коврик такой. Тоже окна. И здесь у нас душ. Горячая вода? Горячая, конечно. Горячая вода, душ. И скажи, вот. Хороший напор, потому что у нас своя скважина. Да, своя скважина, поэтому здесь очень хороший напор. И умывальник, и вот туалет. Вот, а вот, кстати, горячая вода, бак стоит. Зеркальце, все как полагается. То есть душевая полноценная комната. Здесь у нас дальше идет кровать, прикроватные розетки. Ну и телевизор. Кондиционер, холодильник, микроволновка. Да, кондиционер, холодильник. Вот кондиционер, он работает. Все, вот его пульт. Он только охлаждает. Ну, хотя греет, охлаждает. Он еще греет, но дело в том, что вы все равно будете приезжать, как говорится. Вот как сейчас вот приедут, если, да, то тебе придется греть. Я буду то лучше греть, да. Конечно, холодно. Ну вот такой номер. Вот он стоит 1500 рублей в сутки, друзья. Это зависит от количества человек? Вообще нет. Никак.
Хочу сказать, что даже можно с собачкой маленькой. Людям очень тяжело с собакой или там с кошкой. У нас двор большой, у меня у самой есть собачка. Можно маленькая. Привязать где-то еще что-то. Ну, в общем, как-то можно. Единственное, чтобы только мебель, конечно, не грызла. Ну, понятно, все. А так ничего страшного. Вот это номер 1500. 38 квадратов, друзья. Поехали дальше. Вот теперь так. Этот номер. Этот номер по коридору налево. Он сколько квадратов? Вот этот самый большой номер, вот он 42. Вот 42 квадрата. Сейчас я покажу его с угла. Но это уже, конечно, тут квартира практически. Люкс. Вот это 42 квадрата номер. Здесь имеется стенка, телевизор, ну, тумбочки вот эти вот, вот с этим бельем, тут подушками. Вот. Окно в сад. Да, а... Кровати, прикроватные тумбочки, кондиционер имеется, вот, телевизор имеется, и, естественно, комната такая же комната, душевая, горячая вода есть. Ну, естественно, да. То есть я просто этого бака здесь не вижу, он, видать. Нет, это от газа, потому что. А, этот от газа работает. Все, этот от газа. Вот. И умывальник, все вот как есть. Так, сейчас свет выключу. Этот номер стоит точно так же. 1500 рублей. Вот, и микроволновка, и холодильник. Вот. Все есть. Как, даже часы есть. Итак, да, и еще вот такой столик для дам. Женщин, да, чтобы. Ну, надо же себя в порядок. Напомажиться, да. В общем, вот такой большой номер. Вот такие большие номера, и будут еще маленькие, но показать вот. Сейчас мы их не сможем. Ну, это вот, вот сравните, да, такой номер, скажем, а или вот какие комнатушки сдаются, там вообще какие-то, ну, просто вот огромный плюс. 42 квадрата, извините меня, здесь можно спокойно дышать. Так, далее. В тот мы пока не пойдем, потому что там недоделано немножко. Мы пока там будем... делается ремонт, он большой номер? Он меньше, чем эти, и будет стоить 1000 рублей. И будет стоить 1000 рублей, он меньше, чем эти. Меньше, да. Сейчас мы пойдем куда? Туда тоже надо лестницу сначала сделать. Там лестница. Ну ладно, лестница. Короче, Наденька сказала, что когда они доделают лестницу, на второй этаж, да, будет? Да, на второй этаж. Мы доснимем номера. Мы доснимем те номера. Там по 800, по 1000, да? По 800 и по 1000. Двухместные. Все двухместные. Будут. Нет, один есть трехместный. Один трехместный, который немножко подороже. Ну, в общем-то, все. Я думаю, этого будет достаточно. А, смотри, мы фонарик сделали. Вот сюда делаем второй такой. Фонарич. Ну, это под старину, да. Ну, чтобы как-то хоть осветить это все. Вот такие. А, ага. Ну вот выезд будет, ворота здесь, если что. Травку, конечно, убрать. Но травка, ладно. Травку я сейчас, может, уберу. То есть машину можно поставить? Машины, во-первых, входов два. Машины можно ставить здесь. И здесь, и там. И там. Там, да. На 6 машин можно даже поставить. 6. Понятно. Машин. Еще я вам хочу показать, друзья. А, можешь показать ее надо? А, мы даже покажем. Здесь есть сауна своя, ну, баня помыться, с бильярдом. И, соответственно, она стоит 500 рублей в час. Сейчас я вам покажу. Тапочки одену здесь. Ой, пойдемте. Так, вот сразу по кухне, если что-то такое нужно, духовка, то можно вот, использовать ее здесь на общей кухне, но здесь уже Надина Володина кухня. Итак, вот здесь вот вход в сауну, где есть бильярд и где... Давай ну, а, включено, включено. Ну, да, включается. Это здесь включается бильярдный стол и баня. И значит, и здесь есть сауна, друзья. Вот с этим котелком. Ну, в сауну зайди. Сейчас. А горит ли? Нет. А, горит, горит. Вот сауна, печка с камнями, полочка, все как полагается, на весь рост. Вот. Такая вот банька действующая. А, так, что еще хотел сказать? А вот еще у нас, так, это я здесь отключил свет. Здесь у нас туалетная комната, если что. И умывальник. Итак, вот эта вот сауна в час стоит 500 рублей. Вместе с бильярдом, друзья. Столики, пожалуйста. И здесь можно отдыхать. А, козы пускают. Значит, смотрите, там есть беседка, это все бесплатно. Там есть мангал, вы можете пожарить шашлыки. А это детская зона, и здесь есть батут. И будет здесь. Еще бассейн, когда будет тепло. И когда будет тепло, качельку мы доделаем. И качелька будет, и бассейн. И вот, вот этот батут, детская площадка, это бесплатно для жителей, тех, которые платят за номер, приехали сюда.
Вот, в общем-то, я все и рассказал, друзья. А, козье молоко что? Козье молоко будет. А, козье молоко 100 рублей литр, это я сообщаю, кстати, 100 рублей литр, это можно сейчас заказывать. Если я в городе буду, то я привезу. То есть имейте в виду, что есть козье молоко. Ну, в общем-то, все. Ладно, поехал. А вот здесь, друзья, маленькая такая, не знаю даже, как сад назвать лучше. Ну, вот так со стороны выглядит весь коттедж. И здесь могут заезжать машины, парковаться. Места достаточно. А до берега моря. Здесь до хорошего 9 километров, до просто моря 4,5 километра. Ну, мотик, в общем, работает, пока я его восстановил в очередной раз. Холодно сегодня. Так, задвижку я уже показывал вам, друзья. Вот сидели у нас здесь люди на скамейке. И после этого остались вот такие вот вещи. А сидели дети только что. И у одного даже упала конфета. Пусть заберет. И печенюшка. Вот эти вот вещи вот мы всегда убираем, понимаете? А вот отсюда они появляются. Я это все, друзья, выкину, конечно, потому что мусорку. И делать замечание не хотел сразу, чтобы без мусора было, но получается так, что надо было сделать замечание, и тогда бы они мусор за собой бы убрали. Но я не хотел опережать события, но видишь, как получилось. И мусор остался. Дети, ничего не поделаешь. Так, от магазина сейчас ездил, вот купил. Оказывается, есть мягкие упаковки, вот какао-кореновки, сметанку. И тоже кореновское молоко сгущенное. Ну все, пожалуй, друзья, все. Буду дальше заниматься делом, потом еще, может, скутеру заднее колесо починю, даст будет время. Спина еще пока побаливает. Хоть я все уколы уже поставил. Еще и погода такая скверная. Вот буквально уже купались. И вот так, мусор. Мусор я выкину. Ну все, друзья, пока. Пока. До следующего ролика. Пока.